Здравствуйте. Сегодня очередной, но крайне замечательный уровень Dusk. Он... В общем, я ничего не буду говорить. Давайте его просто начнем, и сами все увидите. Так, бежим за автоматом. Чтобы расстрелять вот этих вот ребят. Ну и вот этих, собственно. Возьмем еще дробовик. Тут пригодится. В этой смотровой башне есть арбалет, который, как мы помним, пробивает препятствия врагов. Вот примерно вот так. Замечательное оружие. Так. Далее мы здесь можем найти охотничью винтовку. Немного припасов. И, наверное, пойдем за секретами. Для этого мы спустимся вот сюда. Один секрет уже будет в кармане. Поднимемся вот здесь, чтобы забрать вот эти вот штуки. И этот переключатель откроет гараж снаружи, который мы наведаемся чуть позже. Пока зайдем вот сюда, чтобы взять это оружие и эту канистру, чтобы взорвать стену вот здесь. Падаем вниз. Убиваем культиста. И этого тоже. Далее толкаем стену вот в этом углу. Здесь есть небольшой лабиринт, который ведет нас вот сюда. Это место, где мы можем получить ракетницу. Этого чувака мы убьем с помощью вот этой рулы. Телепортируемся обратно. Наверное, сразу пойду в гараж, который содержит ракеты. И далее мы идем в дом. Заходим как положено. Здесь очень важный предмет, вот этот вот. Поднимаемся на второй этаж. И можно вот здесь вот взять мыло. И... Стоп. Ладно, не важно. Это будет как в прошлый раз. Здесь ничего. А здесь дробовик. Еще один. Поднимаемся на чердак и взрываем этих ребят. Отбираем у них синий ключ. На первом этаже открылась стена. Вот здесь. Секретной комнатой. Снаружи появилось довольно много врагов, которые мы сейчас и займемся. Убьем вот такого пугала, красиво в подкате. Да. И открываем синюю дверь. Забираем здесь синий ключ. Убиваем вот этих существ. В подкате красивенько. Да. Далее, этот переключатель открывает дверь в подвале, в котором, разумеется, засада. О, надо же, еще живут. Но ненадолго. Здесь такой же, кстати. Ну и теперь падает вот этот колодец. И нам предлагают пойти по двум путям. Я беру вот этот обычно. Потому что сейчас прибегут ребята с бензопилами. И они удобно устраиваются в такую вот линеечку.
Их можно завалить с помощью нашего замечательного арбалета очень быстро. Далее здесь большая группа этих ребят, так что используем бочки с умом. Здесь, конечно, у нас ракетница, но я берегу для кое-чего другого. Итак, у нас осталось два врага. Все правильно. Заходим в этот портал. Эти два врага — это боссы. Как видите, они крайне легко убиваются с помощью ракетницы. Собственно, да, это все. Кодовый замок прямиком из Duke Nukem 3D. Согласен. Это портал, если вы хотите вернуться, если вдруг что-то пропустили. Но мы не пропустили ничего. Кстати, странно, по-моему, я отключал субтитры. Но неважно. Важно лишь то, что этот уровень прекрасен. Он начинается с прям хорошего боя. Сразу мы слышим прекрасную музыку, прям замечательную, и сам по себе уровень построен интересно. Ну, то есть, да, это по сути открытая локация и пара домиков, но это работает. Плюс, опять же, атмосферность уровня. Бои, особенно после того, как мы взяли синий ключ, бой на улице очень мне нравится. Ну и музыка. Опять же, музыка прям, ну, прям отличная. Ну да ладно, на сегодня это все. Спасибо за просмотр и всего доброго.